Одни из самых популярных мест отдыха в Шарыповском районе – это озера Большое, Круглое и Инголь. Всего же водоемов здесь более 300. По словам специалистов, при создании туристического кластера возможно их объединение в целую сеть маршрутов и баз отдыха. Как раз сейчас власти района объявили торги на научные исследования, чтобы впоследствии разработать проект туркластера. Его хотят включить в федеральную программу развития внутреннего туризма в России. Начальная цена контракта – 1,5 миллиона рублей. Победители аукциона должны до 16 мая провести оценку местных гостиниц, предприятий транспорта и общепита, турагентств, компаний, работающих в сфере торговли и развлечений, а также основных зон развития туризма. Начатая и продолжается работа по территориальному планированию туристско-рекреационных зон, по инвентаризации земель, которые пригодны для строительства объектов туризма, которые находятся в собственности муниципалитета и в собственности уже жителей района. Ведется разработка новых туристских маршрутов. По словам специалистов, Шарыповский район – это буквально кладезь достопримечательностей, и создание там туристического кластера обсуждалось неоднократно. Еще в июне прошлого года 18 выпускников Сибирского федерального университета защитили комплексную дипломную работу, где подробно расписали как новые пешеходные турмаршруты, так и велосипедные. Причем рассчитаны они были на разную аудиторию, от любителей активного отдыха до школьников. В частности, для школьников проект включает несколько объектов. Это святой источник лимоноцелителя, школьный музей, озеро Круглое, мореловодческое хозяйство. Ну, маршрут построили таким образом, чтобы школьникам было интересно, чтобы показать основные достопримечательности района. И самое главное, чтобы впоследствии у тех, кто уже посетил эти экскурсии, возникало желание, ну, как минимум, рассказать об этом. Кроме того, уже разработаны и доведены до стадии пилотного проекта причальные палубы для личных лодок и гидроциклов на популярных озерах района, среди которых те же Большое, Круглое и другие, а также транспортная инфраструктура возле них. То есть предложено изменение подъездной дороги общего пользования, запроектированы транспортные парковки, вот, паркинг временный и паркинг постоянный. Постоянный паркинг развит с учетом возможных пользователей маломобильных групп населения и общественного транспорта. То есть выведены автобусные остановки отдельную группу. Появление кластера предполагает комплексное развитие местного туризма, говорят краевые депутаты. Поэтому улучшать курорты Шарыповского района будут при помощи частно-государственного партнерства. Мы должны смотреть, скажем, если есть озера на территории там Шарыповского района, то мы, соответственно, должны обустраивать эту территорию, не просто там подвести туда дороги, а там, чтобы появились базы отдыха, появились объекты какие-то, где человек может приехать, там, заселиться, прожить сутки, двое, трое, не знаю сколько, да, значит, получить какие-то элементы проката, там, велосипеды. Как раз для этого и будут привлекать инвесторов. Но это уже следующий шаг. Сначала нужно утвердить краевую концепцию развития туризма. Сделать это планируют в первом квартале этого года. Александр Ловицкий, Александр Ермошенко и Алексей Гусев. Новости.